Я из Самары. Вопрос задаю россиянам. Вчера президент Хакасии обратился официально к Владимиру Путину, президенту Российской Федерации, с просьбой принять Хакасию в состав Российской Федерации. Как вы к этому относитесь, что будет новый субъект у вас? Ну, так я просто не хочу отвечать. Как вы относитесь к тому, что Хакасия заявила желание вступить в Российскую Федерацию? Не знаю, мне без разницы, честно. Там есть дело в том, что проблема, что у Хакасии сейчас идет военный конфликт с Саха, а страна Саха, она вступила в НАТО в прошлом году. И получается, у Хакасии сейчас война со страной НАТО. Если Хакасия вступит в состав Российской Федерации, то Россия будет вынуждена воевать со страной НАТО. Как вы к этому относитесь? Блин, я правда не хочу ответить на этот вопрос. А вы по национальности кто? Я из Алтая. Алтайка. То есть вы, например, казахов понимаете без переводчика, так? Нет, у нас разные диалекты. Это как, допустим, вот... Ну, понимаете. Очень тяжело. Хакасия войдет в состав Российской Федерации, да, то граждане Хакасии смогут ездить по России без виз. Как вы к этому относитесь? Что... Честно, такие вопросы отвечают чат-рулетки, я считаю, небезопасны. Извините, не работаете.